Фейк или реальная опасность? Одного из студентов столичного медуниверситета госпитализировали с подозрением на коронавирус. Подтвердился ли диагноз? Детали в выпуске. Верните деньги народу. 167 миллиардов долларов незаконно выведены из Казахстана в офшоры. Конечно, такие астрономические суммы. Депутаты просят МИД направить их в состав спецгруппы ООН для возврата суммы, равной внешнему долгу страны. Блог для блогеров. Считаются вне закона и не считаются лотереями. В Казахстане усиливают борьбу с незаконными лотерейщиками. Под прицелом и розыгрыши в соцсетях от известных блогеров. Мария Мухпанова в студии «Атамикен Бизнес». Я и мои коллеги готовы рассказать о главных событиях дня. Начнем выпуск с одной из самых обсуждаемых сегодня тем – коронавирус в столице. Так вот, у студента медицинского университета Астана уханьская пневмония не подтвердилась. Об этом «Атамикен Бизнес» сообщил советник министра здравоохранения Диас Ахмедшариф. У больного диагностировали ОРВИ. Напомню, информация появилась сегодня в социальных сетях. Тревогу забили сами студенты. По их словам, сегодня учащихся не впускали из здания. А в самом университете сообщили, что заболевший вернулся из Китая 3 недели назад. Обнаружив у него признаки заболевания, администрация вуза решилась на превентивные меры. Студента поместили в инфекционную больницу под наблюдение врачей. Кстати, в Минздраве нам сегодня также сообщили, что у 83 казахстанцев, эвакуированных из города Ухань, опасный вирус не обнаружен. Нет коронавируса и у 8 наших соотечественников, которых сегодня эвакуировали из Китая российскими и узбекскими властями в Тюмень и Ташкент. В продолжении темы. Казахстан более чем в 2 раза увеличит финансирование на борьбу с коронавирусом, заявил первый заместитель премьер-министра, министр финансов Алихан Смаилов. Так, государство планирует выделить 3,5 миллиарда тенге на закуп медикаментов, масок и оборудования. Это выделено из правительственного резерва на закуп необходимых медикаментов, а также масок и другого оборудования, тепловизоров и так далее, для того, чтобы проводить работу по борьбе с распространением коронавируса. Порядка 3,5 миллиардов тенге было выделено и будет контролировать Министерство здравоохранения. Тем временем выявлены 2 случая заражения новым типом коронавируса у новорожденных в Ухане, говорится в заявлении детской больницы города. Самому младшему из них поставили диагноз через 30 часов после рождения. Врачи не исключают вертикальную передачу вируса от матери к ребенку. В целом же количество погибших от инфекции выросло почти до 500 человек, заявила официальный представитель Министерства здравоохранения Китая Сон Сули. Составило свыше 24 тысяч человек. Из них более 3 тысяч в тяжелом состоянии. Но в то же время от вируса вылечилось почти 900 человек. Стоит отметить, все больше людей выписываются из больниц по всей Поднебесной. В сутки выздоравливают около 10 человек. Так, 21-летняя пациентка, которую скоро выпишут, рассказала, что болезнь вполне излечима. Самое главное – повышать иммунитет. Между тем, еще 10 человек заразились коронавирусом на круизном лайнере в Японии. На его борту находится 3700 пассажиров. Теперь пароход поместят под карантин на 2 недели. Продолжаем выпуск. 167 миллиардов долларов незаконно выведены из Казахстана в офшоры, по оценке некоммерческой организации Global Financial Integrity. Такие данные сегодня озвучил депутат Мажилиса парламента Азат Перуашев. По его словам, сумма сопоставима с внешним долгом Казахстана. Лидер парламентской фракции Ак-Жол обратился с депутатским запросом к министру иностранных дел Мухтару Тлеуберде. В частности, он предложил направить представителей партии в состав спецгруппы ООН. Напомню, ранее стало известно, что в Лиге наций создадут специальную группу, которая займется возвратом незаконно вывезенных активов. Ее официальная презентация ожидается в начале марта. Конечно, такие астрономические суммы являются скорее экспертной оценкой, нежели доказанным фактом. Но и один из бывших председателей Нацбанка называл сумму более 100 миллиардов долларов выведенных средств. Депутатская фракция
Демократическая партия «Ак-Жол» призывает Министерство иностранных дел Республики максимально использовать потенциал создаваемой спецгруппы ООН, принять самое активное участие в ее формировании. Долги без срока давности. Больше 7 тысяч осужденных должны выплатить государству 296 миллиардов тенге. Такую информацию сегодня озвучили в столице Казахстана. Моя коллега Айгуль Жамалова расскажет, как правоохранители намерены ускорить процесс погашения долгов и какую в этом роль сыграют бизнесмены. Долги осужденных за моральный и материальный ущерб не зря называют безнадежными. Сегодня эта цифра достигла громадных 296 миллиардов тенге. И лишь полтора из них погасили в 2019 году. Чтобы как-то ускорить темпы возмещения, представители комитета уголовно-исполнительной системы решили применить стратегию win-win, то есть победа без проигравших, и предложили бизнесу трудоустроить осужденных. Сегодня в местах лишения свободы имеется 390 тысяч квадратных метров производственных площадей. Из них свободные 110 тысяч квадратных метров. Вот на свободные 110 тысяч квадратных метров мы готовы пригласить любого предпринимателя, который готов трудоустроить осужденных, платить им нормальную заработную плату. Пока на такое предложение откликнулись 5 предприятий, включая Астана Зеленстрой и Астана Тазалык. Представители еще нескольких компаний пока в процессе переговоров. Опережая опасения бизнесменов, правоохранители заявляют, осужденные не представляют угрозы для общества. Они отбывают наказание за преступления, совершенные по неосторожности, такие как нарушение техники безопасности на рабочем месте и дорожные аварии. Бауржан Дауленов один из них, предпочел не скрывать лицо и личность. Я попал в эту колонию в прошлом году и себя преступником не считаю. Никто не застрахован на ДТП. Работаю здесь разнорабочим. Зарплата 45 тысяч тенге. Половина суммы автоматически идет на погашение морально-материального ущерба. На сегодня уже погасил около 10% от общей суммы в 2 миллиона 600 тысяч тенге. Остальное отправляю семье в Караганду. У меня там дочь учится в школе и сын в педколледже. Помогаю супруге. Бизнесмены в сотрудничестве с колониями тоже видят свою выгоду. Потому что у нас очень много женщин, в основном это 80% женщин, у них у всех есть семьи, кредиты, дети. Как бы хотелось бы вот в этом отношении, чтобы государство побольше уделяло нам времени. Бизнес, в принципе, на сегодняшний момент открыт для работы. Мы видим то, что по первому нашему зову уже 5 компаний готовы подписать какие-то договора совместной деятельности. Кроме того, что мы будем как-то вот помогать подбору кадров для бизнеса, в свою очередь мы сейчас прорабатываем политику и развитие этих кадров. Представители комитета уголовно-исполнительной системы отмечают, 70% всех отбывающих наказания в Казахстане на момент совершения преступления были безработными, а в колониях с высоким процентом трудоустроенных людей всегда меньше конфликтов и противостояний с администрацией. Поэтому правоохранители надеются, что партнерство с бизнесменами поможет не только вернуть долги, но и дисциплинировать преступников. Правда, заставить работать осужденных, которые на полном государственном содержании, по закону, никто не вправе. Айгуль Жамалова, Алиби Жунис, Атамикен Бизнес. Между тем, Минтруда собирается создавать в Казахстане 90 тысяч рабочих мест ежегодно. Сейчас вакантными по программе ЕНБЕК остаются 38 тысяч мест. По этой же программе на развитие рынка труда и выдачу кредитов для открытия бизнеса среди новичков ведомство намерено направить 75 миллиардов тенге в течение 3 лет. На отчетной пресс-конференции Минтруда побывала моя коллега Диана Тукенова, которая постаралась понять, будет ли эффективным освоение таких колоссальных сумм. Диана, тебе слово. Диана. Мариам, я помню, 22 января ты сообщала о коррупционных нарушениях при реализации государственной программы ЕНБЕК, которая направлена, напомню, на борьбу с безработицей и выдачу кредитов для начинающих предпринимателей. Тогда в карманах недобросовестных предпринимателей осели 500 миллионов тенге. Вместо того, чтобы открыть собственное дело, получатели пустили эти деньги на покупку квартир и машин.
Так вот, в этом году оператор Министерства труда и соцзащиты запрашивает из бюджета еще 48 миллиардов тенге, а в следующем собирается потратить намного меньше – 13 миллиардов тенге. На вопрос, почему бюджет разнится на 35 миллиардов тенге, внятного ответа получить не удалось. Что касается 35 миллиардов, мы, если вы заметили, ежегодно увеличиваем охват населения. Если было в прошлом году более 500 тысяч человек, в этом году 660 тысяч, то есть 19. И на 2020 год более 700 тысяч человек разными мерами занятости. Поэтому эти деньги будут направлены на эти цели. В том числе вот кредитование, грант мы тоже увеличиваем. Отмечу, что по этой госпрограмме доступна достаточно прозрачная отчетность. К примеру, на сайте ДАМУ указаны суммы кредитования, которые размещаются в 13 финансовых институтах. Из них 5 – это крупнейшие банки страны. Кстати, для членов многодетных и малообеспеченных семей кредитную ставку снизили с 6 до 4%. Займ до 20 миллионов тенге можно получить на 5-7 лет. А вот что касается ситуации на рынке труда в Казахстане, то по официальной статистике безработица составляет 4,8%. Даже если Минтруда успешно освоит за два года больше 60 миллиардов тенге, показатель останется на том же уровне. В Нацпалате Атамикен опросили 62 тысячи безработных, и половина из них имеет высшее образование. Мы поинтересовались мнением экономистов, как они объясняют цифры по безработице. 4,8% она далека, конечно, от реальности. Да, я бы на самом деле эту цифру умножил бы на 7,8, и мы бы получили что-то около 30% безработицы, даже я считаю, что больше, это около 35%. Проблема в том, что наши государственные органы ведут не совсем правильный подсчет, на мой взгляд, это только мой взгляд, на мой взгляд ведут не совсем правильный подсчет, не учитывая самозанятое население. В то время как самозанятое население, это у нас ну, что-то около 2 миллионов человек, даже больше. Получается, что госорганы подходят очень механически к тому, как, к оценке вот этой проблемы, замалчивая реальные цифры, и таким образом мы не получим как бы возможности к тому, чтобы с этим как-то бороться. Вернусь к вопросу денег, которые Минтруда запрашивает из бюджета на борьбу с безработицей и выдачу кредитов. Сумма, как уже говорила, выросла в 4 раза. В описании документов одна из статей расхода – это создание единой цифровой площадки по трудоустройству. Но здесь напрашивается вопрос, зачем тогда действующая площадка электронной биржи труда yenbek.kz? И даже если новый ресурс все-таки требуется, то невольно вспоминается недавний случай в Чехии, когда программисты за два дня бесплатно сделали сайт, на который министр транспорта хотел потратить 16 миллионов евро. Чиновник потом остался без кресла. У меня на этом все. Мариам. Спасибо, Диана. Потрясающий пример. Кстати, следующий материал тоже о больших деньгах, но с ними люди расстаются добровольно. А в Казахстане усиливают контроль за лотерейной деятельностью. Так, любителям розыгрышей может грозить штраф от 530 тысяч до 5 миллионов тенге. Такие новшества предусмотрели в пакете поправок в законодательство о лотерейном бизнесе. Сегодня их презентовала министр культуры и спорта Актоты Раймкулова. Данную сферу настолько ужесточают, что даже предлагают запретить использовать в рекламе слово «лотерея». О том, какой орган будет играть роль строгого надзирателя и попадут ли под штрафные санкции те, кто проводит розыгрыш в социальных сетях, расскажет моя коллега Улпан Бегалина. Поправки закона о лотерейной деятельности, который сегодня презентовала в стенах Мажилиса парламента министр культуры и спорта Актоты Раймкулова, важные и напрямую касаются бизнеса. Главная цель – вывести из тени незаконных лотерейщиков. Инициатива, согласитесь, хорошая, хотя бы потому, что она будет способствовать увеличению налоговых поступлений. Однако глава ведомства пришла к мажилисменам, мягко говоря, неподготовленной. В министерстве предлагают штрафовать правонарушителей, однако кто и как их будет выявлять, пока не определились. Четко назовите, так кто будет выявлять вот эти факты и составлять административные протоколы? Сядь ты жилдос, что ли? Поясню, что акционерное общество «Сатте Жилдос» – единый оператор лотереи в стране. Сегодня компания занимается лишь мониторингом рынка. Именно на них Актоты Раймкулова хотела переложить полномочия по контролю, что в свою очередь вызвало большое недоумение у спикера Мажилиса.
оператор. Слушайте, ответьте на вопрос, кто будет выявлять факты и составлять административный протокол от имени государства? Кто? На сегодняшний день по закону это Министерство культуры и спорта. Ну, наконец, вы хоть это поняли. Да. А то вы стоите с трибуны, такие вещи говорите. Тен испугался уже, что ему такие функции дали. Он не может этим заниматься, он не государственный орган. Билет спортлото. Я никогда не играла в спортлото. Ну и напрасно. Я, например, почти ни одного тиража не пропускаю. И часто выигрывали? Выигрывал, не выигрывал, не в этом дело. Ну а в чем же? А в том, что за 60 копеек у меня появляется надежда выиграть, ну, например, 10 тысяч. Насколько же азартны казахстанцы? По данным единого оператора лотереи, сегодня потребление лотерейного продукта в Казахстане в год составляет около $1 на душу населения, тогда как в странах Прибалтики это $40. Как отмечают специалисты, все заключается в доверии граждан. Для этого необходима прозрачность. Мы для себя определяем тех людей, которые незаконно занимаются лотерейной деятельностью. Мы также определяем для себя тех людей, которые занимаются игорной деятельностью на законных основаниях, но при этом занимаются лотерейной деятельностью, и мы считаем это неправильным. И для нас есть третий сегмент, это которые не имеют никаких лицензий, никаких разрешений, и при этом занимаются незаконной либо лотерейной, либо игорной деятельностью. Между тем, в Министерстве культуры прокомментировали всем известные розыгрыши и конкурсы, которые проводят известные блогеры, певцы и актеры в социальных сетях. Причем призовой фонд самый разнообразный – от обуви и посуды до квартир и дорогостоящих машин. Актоты Раймкулова заверила, что всех нарушителей закона ждет наказание. Любые игры, которые проводятся без оператора лотереи, без распространителя, без договора по проведению подобной лотереи с оператором лотереи, считаются вне закона и не считаются лотереей. Законом прописано, что нельзя называть это лотереей, то есть реклама тех мероприятий, которые будут называться лотереей, но не является таковой, будет также преследоваться. Скажите, и наказываться. С позиции министра категорически не согласен известный певец Беркут. В телефонной беседе он рассказал Атамикен Бизнес, что все розыгрыши, которые он объявляет на своей странице в Инстаграм, проводит по предложению самих компаний. При этом Беркут поясняет, что эти конкурсы ничьих прав не ущемляет. К примеру, недавно певец и его супруга разыграли 5 автомобилей и 5 квартир, которые можно было выиграть, приобретя альбом за 10 тысяч тенге. Я немножко не согласен. Всем практически есть выгода от этого. Это разве плохо? Помимо того, что вот эти главные призы, есть там около 200 призов поощрительных. Вы представьте себе, сколько человек, мы то есть толпой накидываемся и помогаем кому-то. Мы продаем, то есть мы за билеты, например, то, что люди покупают, мы продаем копии наших песен. То есть мы продаем свои альбомы. И у нас не называется лотерея. У нас выигрыш называется. То есть купи наш альбом и участвуй, возможно, выиграешь. То есть мы мотивируем. Помимо розыгрышей в интернете, сегодня во многих магазинах можно встретить лотерейные автоматы для азартных граждан. Власти уверяют, что они незаконны. По данным единого оператора лотереи, за прошлый год было выявлено порядка 650 объектов, где проводились незаконные розыгрыши. Заведено 320 уголовных дел. Больше 550 точек закрыты. Конфискованы более 10 тысяч автоматов. Всего на сегодня в стране насчитывается порядка 5000 незаконных объектов лотереи. Опамбегальный Виктор Джигерис, телеканал Атамикен Бизнес. Смотрите далее в выпуске. Меньше проще. Уже у нас началась процедура разработки законопроекта непосредственно. В Казахстане снизят пороговый уровень для создания политических партий в 2 раза. Подозрения подтвердились. В Генпрокуратуре выяснили, ArcelorMittal Темиртау действительно занижает прибыль. Суммы исчисляются миллиардами. Продолжаем главные новости. Порог для создания политических партий в Казахстане снизят до 20 тысяч подписей. Концепцию нового законопроекта сегодня утвердили на заседании межведомственной комиссии в Министерстве юстиции. Сейчас, чтобы зарегистрировать партию, нужно собрать подписи минимум 40 тысяч человек. Такой пороговый уровень действует в стране на протяжении 10 лет. Еще одна концепция, которую тоже одобрили на заседании, касается введения 30-процентной квоты для женщин и молодежи в партии.
партийных списках. Обе инициативы на втором заседании Национального совета общественного доверия озвучил президент Касым-Жомарт Токаев. Когда законопроекты рассмотрят в парламенте, ответить в Минюсте затруднились. Уже у нас начнется процедура разработки законопроекта непосредственно. Будет подготовлен текст законопроекта двух на основании этих двух концепций. Он будет согласовываться с заинтересованными государственными органами. Есть у нас процедуры согласования. В дальнейшем будет внесен правительство, будет согласован с администрацией главы государства. И после прохождения всех необходимых процедур, это в том числе у нас и публичное обсуждение, он будет внесен в парламент. Пока в Минюсте готовят основу для создания новых партий, работа по улучшению уже существующих активно продолжается. Так, сегодня первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выслушал доклад первого заместителя партии Нур Отан Бауыржана Байбека о ходе подготовки к проведению расширенного заседания политического совета. Сегодня также стало известно, что Елбасы созывает расширенное заседание политсовета на 18 марта. К другим новостям. В Генпрокуратуре и правительстве подтвердили информацию о сокрытии прибыли ArcelorMittal Темиртау на 20 миллиардов тенге и долге казахстанским предприятиям. Сообщается, что Минфин провел проверку на предприятии. Выяснилось, ArcelorMittal Темиртау действительно занижал цены при экспорте продукции в Иран и Китай. В итоге это отразилось на размере выплаченных налогов, рассказал генеральный прокурор Гизат Нурдаулетов. Напомню, 25 декабря прошлого года мажлисмен Азат Перуашев выступил с депутатским запросом, в котором сообщил об ущемлении прав казахстанских предпринимателей со стороны АМТ. Компания ежегодно не выплачивала отечественным поставщикам крупные суммы за выполненные контракты. Кроме того, депутат сообщил о схемах, используемых по сокрытию прибыли и занижению налоговых выплат в бюджет. ArcelorMittal Temirtau, пользуясь недрами Казахстана, сформировал банальную схему занижения прибыли. Все экспортные поставки шли через дубайский офис компании. Металл сначала продавался собственной фирме в Арабских Эмиратах по цене себестоимость плюс $1, а уже от нее по мировой цене реальным покупателям. Но даже при этой схеме комбинат десятилетиями давал своим зарубежным хозяевам около полумиллиарда долларов официальной прибыли в год, не говоря уже о скрытой прибыли. И тем не менее, Металл не желает оплачивать казахстанским предприятиям исполненные контракты. Получается, что казахстанские компании за свой счет и за счет своих работников безвозмездно спонсируют ArcelorMittal, который и так имеет сверхнормативную прибыль и массу преференций. Тем временем цены на железную руду в ближайшем будущем упадут ниже $70 за тонну, прогнозируют аналитики банка Citigroup. Сейчас руду продают почти по $78, уточняет Bloomberg. Снижение стоимости связано со вспышкой атипичной пневмонии. В связи с этим на этой неделе в 4 регионах Китая планируют сократить объем производства стали на 30%. Это, в свою очередь, может негативно отразиться на автомобильной промышленности Поднебесной. Вместе с тем, значительно дешевле дешевеют и другие металлы, включая медь. А вот таким Карагандинской области Жиенис Касымбек потребовал от ArcelorMittal Temirtau перевести часть производства на газ. По крайней мере, об этом он открыто заявил на отчетной встрече с населением. Глава региона пообещал, что в решении этой проблемы он будет очень настойчив. Отмечу, у предприятия есть план по улучшению экологической обстановки в городе до 2025 года. Но, как отметил аким Жиенис Касымбек, эти меры незначительны, и около 80% загрязнений в Темиртау исходит от металлургического комбината. Сейчас, по его словам, областные власти и Министерство энергетики обсуждают возможность перехода комбината на природный газ. Перевести часть производства комбината на газ. Так, да, Вадим Борисович? Порядка 800 миллионов кубометров газа нужно. Предварительно Министерство энергетики и правительство это поддерживают. В этом случае кардинально меняется ситуация по выбросам. В случае, если переходим на газ. Другим новостям. Более 300 земельных участков, выделенных под строительство туристических баз на берегу озера Алаколь, не используются их владельцами. Эти факты выявили инспекторы управления по контролю за использованием земельных ресурсов Алматинской области. Участки на побережье сегодня в цене и имеют огромный спрос у предпринимателей. Однако не все могут ими воспользоваться. Теперь власти региона намерены исправить ситуацию. В последние годы озеро Алаколь стало перспективным туристическим направлением. Только в прошлом году
году здесь появилось 33 новых турбаз. Озеро посетило около 2 миллионов туристов, а объем услуг оценивается почти в 13 миллиардов тенге. Если земельный участок не используется по назначению в течение 3 лет с момента предоставления, она подлежит изъятию. Самое больше земельных участков выявлено, неиспользуемых земельных участков выявлено на побережье озера Алакуль, то есть село Ахши, это Алакульский район. 355 земельных участков общей площадью 312 гектаров. По данным земельным участкам нами выданы предписания для принятия мер. Между тем, резкие колебания цен на продукты питания все чаще жалуются жители регионов. Судя по этому, социально-предпринимательские корпорации не справляются со своей задачей, хотя рапортуют об обратном. К примеру, в Акмолинской области, по информации представителей СПК «Есиль», для сдерживания роста цен закуплено 7 товарных позиций продуктов. Это мука, крупы, рис, сливочное и подсолнечное масло, картофель и морковь. Продукты реализуются в определенных точках через собственные торговые павильоны, но их катастрофически не хватает. И серьезной конкуренции, естественно, они составить не могут. Рынок коммунальный, вы знаете, да? Да, мы пытаемся там сдерживать цены, мясо там самое дешевое по городу, до сих пор цена держится в пределах 1500 за говядину и 1600 за конину, там и овощи там нам дешевле, и все остальные продукты. Но это все реализация, значит, предпринимателей. А у нас же там же на Комкор имеется свой павильон от СПК «Есиль», где мы реализуем продукцию из стабилизационного фонда. Тем временем экс-вице-министр сельского хозяйства Арман Евниев считает, что стабилизационные фонды и СПК в Казахстане давно пора реорганизовать. В интервью «Атамикен Бизнес» он заявил, что сегодня они не справляются со своей задачей и не могут контролировать цены на продукты. Чтобы регулировать стоимость товара, социально-предпринимательские корпорации должны контролировать хотя бы 15-20% рынка, а в реальности под их контролем не более 2-3%, заявляет Евниев. По его мнению, необходимо кардинально изменить механизм работы стаб-фондов. Надо, в конце концов, дать возможность бизнесу, сельхозтоваропроизводителям, иметь четкие целевые индикаторы в виде цены, рыночной цены. Что дороже, тот бизнес и будет производить. Mm-hmm. Если он видит, что на эту цену или постоянно регулируют Акимат или там министерство, они, соответственно, не хотят этим заниматься. Использовать современные средства цифровизации. 152 миллиарда тенге выделят столичным клиникам в этом году на оказание полного пакета медицинских услуг, сообщил директор филиала фонда медстрахования Айдар Ситказинов. По его словам, финансирование по направлениям консультативно-диагностических услуг и реабилитации увеличились в 4 раза по сравнению с предыдущим годом. Напомню, с 1 января казахстанцы могут рассчитывать на бесплатное обследование с помощью компьютерной и магнитно-резонансной томографии, а также получать другие виды услуг, которые раньше были очень дорогостоящими. Однако пациенты жалуются, что клиники не хотят обслуживать их бесплатно. Хотя в рамках ОСМС это входит в их прямую обязанность. Уже поликлиника по месту прикрепления должна давать направление на дорогостоящие виды исследования. Здесь вот надо главное понять, что самое главное – это быть прикрепленным. И пойти по месту проживания или прикрепления, соответственно, он на прием врач-терапевт, врач общей практики или узкий терапевт, по показаниям дает направление. И с кем заключен, если у них в самой организации нет дорогостоящих КТ и МРТ, то у них есть договор соисполнения. Соответственно, договор соисполнения, по этому договору соисполнения они должны направлять на данный вид исследования. По словам Ситказинова, те клиники, которые не в полной мере оказывают услуги, будут штрафовать. Также у них могут изъять ранее направленные из фонда ОСМС деньги. Отмечу, в этом году в столице только для оказания консультативно-диагностических услуг фондом было выделено более 12,5 миллиардов тенге, а на реабилитационные мероприятия почти 8 миллиардов.
Между тем, расходы Казахстана на оборону увеличились на 36% и составили почти 740 миллиардов тенге. Такой рост является максимальным на последние 5 лет, сообщает аналитический портал finprom.kz. Впрочем, согласно закону о республиканском бюджете, в этом году показатель снизится до 680 миллиардов. В 2021 году на оборону выделят 760 миллиардов тенге, а в 2022 – 790. Стоит отметить, инвестиции в сектор также растут. За 2019 год сумма капитальных вложений составила 59 миллиардов тенге, увеличившись на 8,5%. Ну и в завершении выпуска. Около 500 казахстанцев ввезли в страну более 4000 армянских автомобилей. Такие данные сегодня озвучили в Министерстве внутренних дел. Рекордсменом оказался житель Алматинской области, зарегистрировавший на себя 78 машин. Более 40 автомобилей на каждого ввезли двое жителей Атырауской области. О том, насколько правомерно завезены эти автомобили в таком количестве одним человеком, ни в Министерстве внутренних дел, ни в Министерстве финансов нашему телеканалу пояснить не смогли. Напомню, ранее Кабмин принял решение об отсрочке растаможки машин из стран ЕАЭС до 1 марта следующего года. Автовладельцев же возмущает, что правительство не препятствовало импорту машин в течение нескольких лет и потребовало выплаты пошлин после того, как автомобили завезли десятки тысяч казахстанцев. Это все новости к этому часу. Смотрите наши выпуски и на интернет-платформах YouTube, Facebook, Instagram и Telegram. Оставайтесь на Atomic N Business.